Всем привет! Я Катерина Сихам, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня у нас интервью с Еленой Чесноковой. Это знаменитый организатор фестивалей. Ну, не фестивалей, ивентов. Ивентов это по-английски, а по-русски, как сказать, фестивалей. Мероприятия. И мероприятий, скажем, в Италии. И у меня есть возможность сделать интервью с русскоязычным человеком, который уже давно в Италии. И хотелось бы как раз узнать, где ты начинала заниматься и как вообще пришла к такой жизни в Италии. Докатилась до такой жизни. Да, я из Санкт-Петербурга и приехала, сколько я лет-то? 12. В Италии живу. А заниматься начала где-то 10 лет назад, причем начала заниматься здесь, в Италии. И слава богу, мне попалась учительница, которая была заражена Египтом, а не таким вообще как стиль итальянский. Здесь вообще непонятно, что был раньше. Ну вот, и я жил в центре Италии. Ну вот, и как бы здесь не было никаких мероприятий вообще просто по танцу живота. А у кого ты начала заниматься? А начала заниматься я одной танцовщицей, ну как бы она на самом деле такая очень египетского плана была. Всем говорила, что у ней там родословная течет из арабских кровей такая. На самом деле она чисто потомственная итальянка. Но ты сама не ездила в Египет? Я сама еще ни разу не была ни в Египте, на самом деле. Я каждый год собираюсь, вечно там какие-то теракты устраивают или что. Ну вот, и мне никак не... У меня просто там вначале муж не пускал, а сейчас... Ну, в этом году вот Ранда меня пригласила уже, наконец-то, типа, что это... То есть, наконец-то, ты первый раз в Каир сразу... А сейчас вот еще Мухаммед и говорит, что мой день рождения будет отмечать на Роксоп-курсе, придется ехать. Ты все равно приезжаешь на фестивали. Да, я в Питер езжу, тоже занимаюсь и учиться. Потому что, да, ну, у нас уровень все-таки по технике намного выше. Хотя сейчас в Италии начинает тоже техника расти, потому что в Италии еще продолжают заниматься и любят заниматься народ. А в наших краях наоборот падает. Только что об этом разговаривали с Мухаммедом Шахином, об этом буквально в ресторане. Ну, вот твое мнение, вот с расстояния, вот как ты соотносишь разницу между вот нашим ориенталем и итальянским, вот в чем разница, вот как бы, как ты видишь наших танцовщиц, например? У нас на самом деле разница в чем? Наши танцовщицы очень техничны, плюс, потому что занятия бальными танцами, гимнастиками, там модерном, джазом, все как бы у нас все разнообразное занимаются, поэтому техника на высоком уровне очень классно. Это Италия сейчас просто идет на повышение просто огромными шагами, потому что все сейчас занимаются здесь, и каждый, просто каждый выходный, каждый уикенд здесь звезда. Много, кстати, мероприятий вообще в Италии. Я не ожидала, когда сюда приехала. Да. Но вот как пришла к тебе идея вообще организовывать свой фестиваль? И потому что я живу в Италии, в середине. Прямо вот если представить сапог, я посередине голенища живу. Ну, и центральное расположение. Не было вообще ни одного здесь мероприятия, ни одного фестиваля, ничего здесь нету. И я решила, как бы мне выгоднее пригласить звезду какую-нибудь, чем ехать сама, чем ездить сама каждый раз ездить куда-то. И я просто сразу же позвала Ваэля Мансура. Это твой первое мероприятие. И было на самом деле просто, я была в шоке, потому что... Когда было первое? Это было почти 4 года назад. Ну, и вообще просто никто не пошел. Вообще, из местных вообще никто не пошел. Как ты купила это все? Ну вот, просто я как бы спасло, что я знала некоторых людей, и приехали все приезжие. По знакомству. Да, просто по дружбе приехали, потому что из местных вообще никто не пришел, вообще. Ну, потому что не было как... Нет, они даже... Либо не было у тебя связи. Нет, они, во-первых, не знали, кто такой Ваэль Мансур, вообще никто. Даже хотя он был в этом, здесь, в этой... Он уже известен, по сути. Ну вот, да, он был знаменитый, но его как бы вообще даже... Так они до сих пор в моей вот как бы территории, где я живу... То есть там, Италия как бы... Они не знают, кто такой Тита, кто такая Ранда, как бы... Хотя все мужик, который там танцует на видео, да? Да, они такие, там вот мужик хорошо танцует про Тита, ну вот, я говорю, ну да.
Неплохо. Ну, да. У меня есть какой-то же костяк в Италии, получается, сколько я смотрю по фестивалям, вот есть какие-то преподаватели, вот, которые там организуют свои фестивали, либо вот... Нет, но на самом деле самый крутой, самый первый фестиваль, который действительно стал очень знаменитый, и который действительно хороший фестиваль, Хэшек-Бэшек, который организует Эммануэла Камонца. И как бы арт-директор этого Эль Мансур, и он внедрил, да, в Венеции как бы летом, но он внедрил очень много фишек новых, потому что он первый внедрил вообще в мире первый фестиваль, который был со своей музыкой, потому что все сейчас танцуют под эту музыку, хэшек-бэшек. Это он первый, это хэшек-бэшек была написана чисто гимн фестиваля. Музыка для фестиваля, все, я поняла. Да, ну вот, эта музыка для фестиваля была написана. Сейчас танцует весь мир под эту музыку. Вторая музыка — Мадзагат. Это фестиваль Мадзагат в баре, который проходит в Италии. Опять же, Ваэль Мансур. Все танцуют. Да, все танцуют, но это не значит, что это гимн фестиваля, написана эта музыка для фестиваля специально. Ну, хотя она, и это вот была фишка Ваэля. Хэшек-бэшек — это вообще на самом деле, я очень извиняюсь, можно такое сказать или нет, это трясти попой. Ну вот, я когда попала, я была на самом деле просто в шоке. Я приехала, вот я живу в центре Италии, как бы, и занималась у этой итальянки. Приехала, я такая поняла... А твое первое мероприятие да, было вообще, да? Я 4 года там занималась в школе в этой танце. Вот, да, чем здесь, я занимаюсь? Которая, да, я приехала, такая поняла, что я ничего не умею вообще просто. Просто, особенно, и я еще такая деловая, пошла к Юсри Шарифу на мастер-класс. И там я познакомилась с нашими девочками, раз и со француженками, и с... На моем первом фестивале было всего 10% итальянцев на этом фестивале. Остальные были все иностранцы. Очень было много Франции, очень было много России, ну, России, Украины, там, как бы, всех наших стран этих. И много Америки было, как бы, Японии было много. Это, итальянцев вообще не было, просто не было. То есть у них тогда эта тема они не была вообще, развита, да, куда-то ездить. Ну, вот. Хотя сейчас... Ну вот, а сейчас происходит наоборот, сейчас почти все одни итальянцы, и очень мало, как бы... Ну, опять же, то есть вернемся... все местные, потому что много фестивалей, да, в принципе, проходит. Вернемся, я когда в прошлом году вот первый раз позвала Мухаммеда Шахина на свой интенсив-курс, ну вот, как вот сегодня мы закончили опять второй интенсив-курс, ну и это было вообще, был в этот уикенд 35 мероприятий в Италии. В этот уикенд? Ну вот в прошлом году, когда я проводила, было 35 мероприятий. По Италии. Из них 6 мероприятий, которые были вообще просто, там был Халет, Казафи, Ваэль, Тита, там, то есть вот как бы Хатем, все как бы все знаменитые звезды были в этот момент в Италии. Ну, это было что-то это вообще. Была крутая конкуренция, и как? Это была крутая конкуренция, но вы у меня... Вы как-то договариваетесь в Италии, вот как бы я провожу тогда-то, ты там тогда-то, вот как вы я вообще, со своими подругами, которыми вот как бы Хэшек-Бэшек, Яларакс, там Билли Фьюжн, Этна, ну в Этна в прошлом году мы попали вместе, потому что Мухаммед мне дал такие даты, что мне не было возможности поменять. Ну вот, и, ну, как бы вот с кем я общаюсь, с итальянцами, организаторами, я всегда спрашиваю, я просто не хочу для себя, мне не то, что даже проблема, я не хочу для себя, что просто я теряю в этом. Ну, ну понятное дело, просто что... Я не понимаю вообще, почему другие не спрашивают и как бы делают. Смысл, когда 35 мероприятий, все равно уменьшается народу, я вот это тоже не понимаю. В июле, по-моему, просто будет один за другим, то Халет, то Казахи, то еще кто-то там, в общем, это... И вот я теперь тоже думаю, какие даты выбрать, я не знаю даже, какие даты выбрать, но... Как что-то... вообще пришел вот формат, ты же раньше не проводила конкурс, по-моему, да? Вот в этот раз мы был конкурс у нас буквально, ну, я вчера, вот с марта... ты поменяла формат, раньше как вообще форматы придумывала ты? Потому что я смотрю, значит... В чем фишка твоего фестиваля вообще? Прорекламируй свой фестиваль, приезжайте, клиент, на фестиваль. Ну, приезжайте, потому что у меня атмосфера хорошая. Да, кстати, ну, атмосфера. Мне супер. Ну, вот. Ну, конечно, все на твоей харизме держится, потому ну, что... Спасибо. И как бы личная связь, это да, очень... Да, в основном меня... приходит, как бы, вот сейчас мне приходит сообщение в Фейсбуке, что как, ну, как меня да, все любят, все, как да. Вообще это очень приятно на самом деле. И, конечно, вот, например, у меня вот было, ты видела, 10 человек из Турина было, как бы это на самом деле, это далеко, не считая да. тебя, так скажем. Я еще дальше, по сути. Ну вот, ну просто у них есть
рядом с домом фестиваль, очень, в принципе, большой, и они едут ко мне, и они мне говорят, мы едем из-за тебя. То есть это, на самом деле, очень приятно. Ну, я тоже, кстати, приехала из-за тебя, друзья. Да. Тихо, приезжай. Да. И я приехала, потому что... Ну, и вот сейчас вот на... как бы фестивали работают. И плюс, как бы, у меня были такие премии, потому что у меня в профессионалах был пакет, полный пакет на Нью-Йорк Кракс к Мухаммеду Шахину. Полный пакет. Что себя включает? Там полный пакет, там, да, мастер-классы без выступлений, да, угу. Без, ну, в любителях у меня был полный пакет на Ракс, of course, в Египет, угу. И остальные места, плюс у меня еще как бы был профессионал, бесплатная музыка, вообще просто бесплатная музыка, драм-соло, от Ясира Джамала. Бесплатная или скидка? Вот я нет, тоже бесплатная. Потому что они вроде бы говорят бесплатно, а потом выясняется, что вроде как и не нет, бесплатно. Нет, значит, первому месту он дал полностью это. Остальным, значит, в профессионалах у всех было 50% и джуниор. То есть Камила выиграла 50%. Ой, Фурнада, до этого ты же не организовывала вообще Да, я делала только интенсив-курс. Я, насколько поняла, вот в Италии все-таки принято именно учиться больше, чем не так, как у нас, вот только соревноваться, не учиться. А здесь вот наоборот больше учиться, если... Больше, чем? Но ты больше учиться... решила сделать компетишн. Нет, потому что я смотрю, сейчас происходит мода, что начинают итальянки, начинают соревноваться. Причем на юге Италии они вообще там просто соревнуются вообще уже давно и как бы много, но там просто такие форматы, просто зал снимают организаторы, снимают зал огромный вообще просто, там типа, ну вот как у нас там баскетбольные эти залы, там такие закрытые, снимают, и всем там звонят учителям и говорят там типа, я тебе даю 10% там с каждой ученицы, типа шли мне всех, там не дают премии, там ничего, там просто дают медаль. Если ты выиграешь, и грамоту, и все. И ученицы там платят 10 евро всего. Понимаешь, это я вообще, конечно, была такая-то. 10 евро, и там очень много все соревнуются. А, 10 евро за участие в соревнованиях только. Ну, это вообще копейки, как бы. Для Европы это как бы, да. Ну, обучение. Там нету никакого обучения, ничего. Там формат, как у нас. Формат, да. Ну вот. И да. И я просто смотрю, начинают как бы соревноваться люди. Я думаю, как бы, чтобы опять же привлечь. Как бы внимание хорошими призами и форматом плюс competition, как по-русски. Соревнования. Забыла русский, забыла совсем. Как это по-русски. Ну, вот это. И, в принципе, вот я на марте, когда в октябре была Марта Корзин у меня, вот мы тоже сделали, но было как бы немного народа. Это был первый раз? Это был первый раз, это было. Ну, такой формат. Ну, все равно, как бы. Марта дала великолепные мастер-классы. И мы сделали формат, я плюс еще и группу мадам сделала, потому что для Италии я, ну, короче... Ну, разделение, кстати, да, в Италии разделение там тоже идет только... Нет, там аматор, только... любители и профи. Если есть разделение, а бывает, что вообще не... В одной категории, не так, как все танцуют в одной категории. Все в одном категории, да. Я первая, кстати, поставила на Марте Корзун, поставила группу мужчины, мадам. До этого в Италии вообще просто этого не было. Мужчины были, кстати? Мужчины в итоге все спросили, которые мужчины танцуют, но никто не приехал. Мадамы были такие, знаешь, там две. И сеньоры, да. По-нашему сеньоры, да, получается. Хотя сеньоры, кстати, а почему не сеньоры? А, ну сеньоры такое общее слово получается. Ну да, сеньоры, потому что в Италии как бы сеньоры это просто... после 25 лет, если ты замужем, ты уже сеньора. Ну или в принципе замужем. Ну если просто за даже 20 лет, если ты замужем, тебя называют сеньора. Понятно, сеньора. Так что сеньора. Поэтому, это да, сеньора наши... тут не подходит, как бы назвать. Поэтому мадам 45+, да, это как да, бы, да. Ну, больше звучит. А сколько всего участников? Ну вот, а участников... В соревнованиях и, в общем, в соревнованиях было же больше народу. Да, в соревнованиях было, получается, почти 30 человек. Да. 30 человек? Да. И всего на фестивале сколько? А всего было 65. 65, да. Ну, ты, получается, делаешь формат, допустим, только, допустим, одна звезда какая-то приглашенная, и там еще, ну, может, парочка местных кого-то. Нет, ты знаешь, я даже как бы, я обычно приглашаю только одну звезду, никого больше. А если, допустим, как насчет там форс-мажора, вдруг там, не знаю, не приедет? Ну, вот в этот раз у меня был просто форс-мажор, потому что я не спала две ночи перед моим. Мухаммед летел, получается, из Америки? Он из Японии летел. А, из Японии. Нет, он был в прошлые выходные, он был в Японии, и он мне звонит такой, говорит: Лена, я не могу вылететь, потому что Нью-Йорк аэропорт закрыт. Я сижу в Японии.
Я ему так и говорю, бери тогда, лети напрямую в Италию. Он такой, ну это надо покупать новый билет, а билет стоит $1500. Я такая, сиди в Японии. Ну вот, и ждали, я две ночи не спала, потому что думаю, ну а как получается, что делать? Я уже там стала вот местных звезд перебирать, думаю, кого бы позвать, но это все равно, это совершенно подростки. Народ ехал на Мухаммеда. Ну вот, и в итоге, слава богу, погода наладилась. Бедный Мухаммед летел во вторник, прилетел в среду утром в Нью-Йорк. В среду в 6 часов вечера он сел опять в самолет, съездил домой, поменял чемоданы, съездил в самолет и в четверг прилетел ко мне из Нью-Йорка. Ну, допустим, если возьмем такое... Представим, что у тебя нет финансовых ограничений, либо каких-нибудь административных. Вот каким бы ты видела свой формат? Сколько бы ты людей пригласила? Или где бы провела его? Я бы провела трех... Фестиваль твоей мечты? Нет, я хотела трех очень учителей собрать вместе. Но они немножко как бы... Нет, вот прям потому что это ни у кого не было этого трио такого... которых я хочу, но я не буду говорить, потому что, в принципе, может быть, в следующем году это получится. Ну, секрет. Вот, да, ну вот, но это будет просто... Это что-то, это ладно, что-то будет. Ладно, секрет не раскрываю. Да, почему посмотрим. Выбрала ты Сенегалию, не путать с Сенегалом, это итальянская Сенегалия? Потому что, как бы, у меня город поменьше, где я живу, и мне ну, просто... здесь же маленький город. Здесь... Нет, на самом деле, понимаешь, как, здесь Анкона, рядом есть аэропорт, есть железное, ну, как бы, сообщение, как бы, сообщение между... Почему не можно Анкона? Долететь. В Анконе нету гостиниц, то есть, как бы, я провожу, чтобы, если люди приезжают из других регионов или из других стран, чтобы была гостиница вместе с залом. Я не хочу делать зал отдельно и гостиница отдельно. Ну, так удобнее, в принципе, правильно же? Угу. Живешь, танцуешь, то кушаешь. То есть, в Анконе, допустим, таких вариантов нет? В Анконе есть, но они либо очень дорогие, что как бы невыгодно просто их. Mm-hmm. Потому что тут, например, вот ну, за аренду зала как бы 1000 это очень дешево, 1000 евро. Ну, то есть, ну, это уже как бы большой расход там. Mm-hmm. Поэтому приходится искать. А это Сенегалия, буквально 5 минут езды от Анконы. И в то же время гостиница очень красивая. Потом, я не знаю, ты выставляла фотки. Да, у меня тут шикарный вид, я выставляла фотографии. Вот. Скажи еще, что тебе нравится вот в итальянском ориентале, в танцовщицах-итальянках? И опять же, с другой стороны, что бы ты добавила, чего им не хватает, возможно? Вот плюсы и минусы. Ну, не хватает им, наверное, но сейчас, правда, тоже они начали, костюмы красивые. Ну, а вот, костюмы тоже хотела спросить. Костюмы... Страна кутюра. Да, но костюмы сейчас начали, потому что, во-первых, наши девочки стали много ездить и видят костюмы. И... Много с украинских костюмов я вижу здесь. Да, ну вот. Ну, потому что и Ольга Аида, и Юля Таргонская. Ну, вот я, например, Юля Таргонская, как бы мне и моим подругам многим шьет, ну, вот костюмы свое ателье. И, ну, как бы вот у меня и Ольга Гоу из Санкт-Петербурга. Тоже очень хорошая дизайнер, тоже красивые костюмы. Вот. Вот у меня, например, все костюмы спрашивают, ну вот которые я делала, ну просто я сама как бы придумываю дизайн. И это мне итальянки такие, нарисуй мне дизайн. Я даже двоим рисовала уже. Может, начнешь здесь тоже здесь ателье местное? Нет. Почему не шьют? Я вот смотрю, мне как бы вот костюмы, сколько по регионам тоже. Вроде бы как нет во-первых, дизайнеров, нет, дорого. Даже не в этом дело. Просто получается дорого, понимаешь? Получается, вот посмотри. Если шила, я... рукавчиков 20 евро. Да, понимаешь, я куплю ткань даже. Вот я куплю ткань в Питере. Ну вот. Но если я пойду, здесь портниха меньше, чем за 100, за 100 евро, она даже браться не будет. Просто шить, как бы, просто шить. Ну вот, а представь, что надо вышить, приклеить, там что-то еще сделать. Ну вот. А потом плюс... такие наши костюмы, это надо уметь делать, потому что да, одно дело... Портную, это, да, это надо уметь делать чашки, лиф, как вот, ну вообще, как при движениях, чтобы это не стесняло. Ну, а почему? У нас же, допустим, тоже не умели раньше, как-то же научились там, воспитали. Ну, так, правильно, не с первого же костюма сделали великолепно, правильно да. же? Делали там сначала, посмотри работы со знаменитых кутюрье, вначале были вообще ужасные, так скажем. Ну, а да, сейчас такие супер вообще, правильно? Ну вот, так и все, наверное, как в общем, начинают с чего-то, учатся и превращаются. Кто-то вырастает, кто-то не вырастает.
в умении. Своим ученицам ты где заказываешь костюмы? Ну, слушай, ученицы я вот заказывала у Юли, ну и в Египте заказывала, ну, и у Галины Деркач заказывала, ну вот. Ну, как бы там, на самом деле, вот у меня школа, там вообще они никто тратится не хотят, им хорошо и Китай. Сколько у тебя, как ты начал вообще преподавать, почему решил преподавать? Меня из прошлой школы, мне, короче говоря, я когда стала ездить по фестивалям, она мне такая сказала, либо ты ходишь ко мне в школу, либо ты ездишь по фестивалям. Вообще-то я плачу, я тебе хочу-хочу, то и делаю. Вот она такая, тогда уходи. Я вышла и открыла свою школу. Ну, открыла. Я Да, я как бы просто базу легкую даю, ну вот. А на более таких продвинутых я приглашаю другую девочку. И на трайбл я тоже там зову другую девочку. В Италии вообще очень популярен, да? Смотрю, трайбл, фьюжн. Трайбл популярен у тебя на севере. На севере, да. На юге они не всегда, очень много. Они так и пишут, фьюжн. Да. Трайбл там на севере очень популярен. Даже там, по-моему, больше популярен, чем... Да, потому что я везде смотрю занятия, они даже не пишут, что это ориенталь или балетанс, они пишут Потому что они там уже вообще непонятно, что танцуют уже. Они танцуют вот фьюжн, да, у них вот это вот, они даже не АТС, у них больше фьюжн, они учеников, учениц в школе. Ну, почти 30, ну вот, но сейчас немножко... Знаешь, группа сейчас тоже там, кто родил, кто ушел, кто заболел, ну вот, то есть все там то и смешиваются. Месте, да, преподаешь? Да, в одном... я снимаю зал в спортивном зале. То есть, ну, фитнес-группа, и три дня в неделю, получается, там, вторник, среда, четверг, мы, ну... Три раза в неделю занимаются. Да. Потому что я в Италии, сколько они спрашивают, занимаются все там раз в неделю, максимум. Ну, на самом деле, просто как бы из-за того, что школа почти все, ну, как бы, почти на все курсы ходят, вот, например, на трайбл, на Oriental ходят почти одни и те же люди. А, они где ходят и на трайбл, да, и на... Ну, вот, то есть получается как бы два раза в неделю. А если ходить, продвинутые ходят один раз в неделю, база ходит один раз в неделю, из-за того, что некоторые, там одна у меня ходит и на базу, и продвинутые, и на трайбл, понимаешь? То есть на все она ходит. У тебя, в смысле, база это что, движение только? Ну, в основном, да, такие там. Продвинутые просто... это уж учите хореографию. Не, ну в базе тоже мы учим хореографию. Вот это вот. То есть начинающие, да, получается, как бы, да, база это, и продвинутые. И они все занимаются в разные дни недели. Да, вторник, среда, четверг занимаемся. Но ходят одни и те же, получается. То есть они ходят по Ну нет, база другая немножко группа, там более такие совсем, которые начинающие. Ну, по два часа, по полтора, вот так вот. Здесь в Италии, в моей вот территориальном вот этом округе, так скажем, они им не интересно ни выступать, ни это, там они могут там раз в полгода выступить. А что, какие цели вообще ставят, когда приходят на занятия, что похудеть, там научиться танцевать? Вообще, это не до таких целей, просто они приходят потусоваться, поболтать, то есть как бы, знаешь, вот в таком формате, им не интересно никаких там достижений, особенно больше всего, кто говорит, я так люблю танцы, я так люблю танцы. И она ни разу вообще ни один мастер-класс вообще не сходила, понимаешь? И не знает ни одного имени, понимаешь, этих танцоров. Но она занимается уже 12 лет, и она так, я люблю танцы. У тебя занимается? Да. Как набираешь ли учениц? Набираешь просто... Какая система в Италии? Как вы объявления где даете? Я поняла, что... Что работает, какая реклама? Понимаешь, опять же, большой город работает одно, маленький город работает другое. То есть Сан-Бенедетто, вот у вас маленький город, Сан-Бенедетто, да, работает чисто... Сарафанное радио. Только. Все. Никаких объявлений. Я уже большие плакаты весила, эти листовки давала, потом на площадях танцевали, в супермаркете мы там танцевали, и толку никакого нету. То есть пока... Вот я парикмахер, ну вот, и я как бы знакомых... На все руки мастер. Да. Я своих клиентов, там, клиент, ну, да, друзей тебе... клиентов, понимаешь, вот у меня все такие. Пробовала набирать детские группы? Не, ну я сама даже не хочу преподавать детские группы, потому что я считаю, что... Дети, например, или дети... там подростки, я имею в виду, там, лет до 16 и такого. Не знаю, я считаю, дети, либо это должен просто быть человек, кто должен преподавать, это должен быть либо преподаватель просто внутри, действительно быть преподавателем, ну вот, либо это должен быть настолько эксперт, разбирающий в детской физиологии, в детской психологии и в таких делах, потому что я считаю, это ошибка, что любой человек преподает детям, потому что это на самом деле последствия не очень хорошие.
У нас, может быть, это не так как бы опасно, потому что у нас не предъявляют. Здесь так не пройдет. Если с ребенком что-то случится, тебя засадят просто в тюрьму. Ну, и у нас, в принципе, если что случится... Нет, ну, понимаешь, у нас, скорее всего, там прибьют, лицо набьют, волосы вырвут и все такое прочее, там, знаешь, там, или что-то. Здесь же не будут выяснять отношения, здесь подадут на тебя в суд и... А были, кстати, случаи у тебя, например, травм, там, ну, нет, слава богу, у меня не было никаких травм. Ты же не подписываешь какие-то бумагу, там, с... Да, у меня есть, во-первых, страховка, у каждого человека есть страховка. Оформляете, ты их просишь добровольно-принудительно оформить страховку? Нет, это как бы это в Италии везде, то есть пока ты в любую школу, в любой спортзал приходишь, здесь в начале сезона, когда ты покупаешь абонемент, обязательно, в зависимости от как бы от страховки, в зависимости от какого вида спорта здесь занимаешься, то есть, например, самый дорогой — это экстремальные виды спорта, там страховка доходит до 150 евро в сезон. Угу. Ну, у тебя сколько стоит? У меня стоит это 20 евро. Ну, вот. Это они идут в страховую фирму там? Ну, это как или бы... это у вас делается в Палестре? Нет, это страховая фирма делает. Это, во-первых, ассоциация спортивная итальянская делает такие страховки. И чтобы преподавать, что ты предъявляла какие-то документы? Ну, вот что преподавать может быть легче просто, что как бы в принципе здесь, когда если... какие-то курсы, сертификаты, здесь можно преподавать. То есть сколько стоит абонемент в Италии на танцевальный? У меня небольшая, ну, как бы получается такая, ну, это территориально мы находимся в центре, здесь вообще, так скажем... Центральная Италия, скажем так, центральные... две расценки. Италия, ну, у меня низкие, потому что у меня стоит, получается, курс базы 25 евро, и остальные это 35, что? И трайбл 40 в месяц. 25 евро в месяц? Да. За сколько занятий получается? 4? Одно занятие в неделю. То есть за 4 занятия базы 25 евро. Да. Трайбл 40 евро за 4 занятия. Да. Это на самом деле дешево, потому что на севере там примерно, тут я в районах, там у них примерно 50 евро стоит. Ну, детский ориенталь вообще здесь развивается или как-то, ну, есть какие-то... Детский ориенталь в Турине, Мадалена Белиссима, которая вот сейчас работает тоже с Ваелем очень сильно, они делают Egyptian in Turin фестиваль. У нее очень большая группа детей. Чинце Пурификато, которая была у меня вторым. Да, у нее детки маленькие. Ты видела, как они танцуют? Вообще обалденно. Да? Как вообще отношение вот итальянца вот к этому виду танца? Танцы популярные. Как относятся? Вот? Нет, в Италии популярна латино. Да, еще, наверное, детей в гимнастику отдают, в модерн, в джаз. Нет. Потому что очень модно модерн и джаз. Знаешь почему? Потому что программа идет... По телевидению уже несколько лет здесь идет программа «Мичи». Ты видела? Да, смотрели Филиппе. Ну, вот. Там они поют, танцуют, танцуют в основном модерн, джаз такого плана. Люська, спасибо тебе большое за интервью. Ну, я тебя сильно мучила? Нет, я просто уже такая уставшая, мы закончили. Катя меня видела, я такая ходила. Ну, я просто перенервничала. Мега позитив такая вся, прям мама, всех там облюбила. У нас... Вот, браслетики, кстати, так мило, очень приятно, браслетики всем, яблочко, чтобы все покушали, что еще? Водичка давался. Брелок у меня, где у меня сумочка, это не моя, там такой пушистик такой. Всем брелки дали. Так что организация супер, спасибо огромное, было супер. Спасибо тебе, что ты приехала, ну, да, еще всем довольна. Еще интервью дали. Друзья, всем спасибо. Да. Подписывайтесь на наши каналы, Катерина Сихам и... Елена Чеснокова. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.